COVID-19 атаковал уже более 60 стран. Первые случаи заболевания подтвердили Армения, Катар, Люксембург и Ирландия. О первых случаях смерти сообщили власти Таиланда, Австралии и США. В Штатах, чтобы избежать распространения коронавируса, введены ограничения на въезд для иностранцев, посетивших Иран за последние 2 недели. В планах закрыть границу и с Мексикой. Ограничивает въезд и Австралия. Растет число заболевших в Иране. Их уже 643 умерли. В Италии инфицированных более 1000. На фоне всеобщей паники появилась информация, что вирус добрался до Ватикана. Там якобы 2 помощника Папы Римского заболели, а сам понтифик помещен под карантин. Ватикан назвал эту информацию фейком.